минут у меня тренировка, поэтому побежали. Мы хотели сделать фитнес-зал не похожий ни на один фитнес-центр в Москве, потому что они все однотипные, они все похожи. И складывается впечатление, что их сделал один дизайнер. Для этого мы пригласили дизайнера из Америки. Его зовут Дэвид Бартон. Помимо того, что у него классные концепции, креативное мышление, он и сам является классным спортсменом и бодибилдером, если бы вы увидели его тело. Anvil, walking into Anvil, one should be transported. It should take you to a place you've never been before. This can be the key to feeling good and happiness. Он точно знает, как и для кого сделать пространство для спорта. И сейчас я вам это покажу. Обратите внимание, Дэвид сделал спецзаказ у Life Fitness, и такого цвета нет ни у кого, потому что это шлифованный металл, который покрыли лаком. Даже зеркала у нас необычные. Когда ты смотришь в них, ты кажешься объемнее и как будто более накачанным. Но это фетиш для мальчиков, я покажу вам свою любимую фишку. Кто-то делает карбоновые обвесы, кто-то носит карбоновые очки, а у нас тренажеры с карбоновым покрытием. Это максимальный люкс. Ну, вы же понимаете, о чем я. Как я и сказала, Дэвид не только дизайнер, но он еще и бодибилдер, поэтому сцена для него – это особое место. Он обращает большое внимание на свет, и он создал здесь театральное пространство, где каждый человек может почувствовать себя звездой. Свет на тренажеры падает таким образом, что когда ты прокачиваешь определенную группу мышц, именно она и подсвечивается, и ты становишься настоящей звездой с нами. Мы точно знаем, что такое силовой тренинг, поэтому все тренажеры в нашем зале расставлены максимально функционально. Тут собраны все необходимые тренажеры для тех, кто точно знает, что такое настоящая качалка из 90-х. Обычно поставщики навязывают то, что выгодно им, а клубы закупают необходимый минимум. А мы закупились по максимуму. Мы вообще все делаем по максимуму. И сейчас я вам это докажу. Мужчины коллекционируют машины, женщины коллекционируют обувь, а мы коллекционируем веса. Вот мой любимый размерчик. Но сегодня я решила себя поберечь. Вот это сервис. Дэвид сделал максимально функциональную расстановку тренажеров. И сейчас я вам покажу свой самый любимый. И я объясню, почему. Мой любимый тренажер для спины. Здесь, когда я тренируюсь, я могу видеть каждую мышцу своей спины. Боже, как они работают. Я вижу все. И даже больше. Вот она, сила зеркал. Широкая линейка для кардиотренировок. Эллипс, беговые дорожки, даже степ, имитирующий ходьбу по ступеням. Но если у вас, как и у меня, болят колени и спина, вам сюда. Этот тренажер был разработан специально для космонавтов. И он сделан таким образом, что у тебя нет совсем никакой нагрузки. Ни на спину, ни на колени. И ты можешь заниматься своим любимым бегом. Пойдем потянемся. Потому что с нами вы можете не только напрячься, но и расслабиться. Сейчас я покажу, как вы можете это сделать. Погружение в другую реальность.